Давно я для вас не делала распаковочек. Хочу показать вам вот такую красоту. В реальности цвет намного ярче. Правильно они называются дивандек на диван. Цвет бирюзовый. Заказывала в двух размерах. 90 на 210 и 90 на 160. Также можно подобрать на любой размер. Сейчас покажу поближе. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны при заказе. У каждой дорожки своя цена и свой размер. Также такой дивандек подойдет для любого дизайна. Ну и также, мои дорогие, это отличное решение от защиты от загрязнений. Очень они мне понравились. Долго я искала. Долго я не могла определиться с выбором. Какие же накидки на уголок мне купить. Такую накидочку можно стирать не только вручную, ну и в стиральной машине при температуре 40 градусов. Такая накидочка на первый взгляд очень качественна. Ткань очень мягкая. Так, наполнитель тут холофайбер. Ну а с этой стороны идут вкрапления. То есть скользить по дивану не будет. Очень покупкой довольна. Очень довольна, мои дорогие. Я не знаю, почему не передает цвет. Конечно, вот эта бирюза, она не такая насыщенная, как диван. Но, в принципе, я и не хотела, чтобы все сливалось, чтобы было немножечко, как сказать, в разнобой. Так это все выглядит. Конечно, они поярче. Красота неописуемая. Саша сходил, забрал на Валберис. Я, конечно, покупочку оценила. Сейчас будем застилать уголок, и я вам покажу, как это все смотрится. Ну, а у нас небольшие обновочки. Мы прикупили вот такой белый небольшой стеллажик. Так как Саша приезжает с работы очень-очень поздно, сполоснулся, покушал и сразу же спать. Итак, на протяжении нескольких недель Саша работает, зарабатывает для семьи денежку, поэтому я решила своими золотыми умелыми ручками самостоятельно собрать вот такой прекрасный стеллажик. В принципе, у нас с Тёмой работа кипит. В процессе работы я поняла, что стеллажик нам пришел с маленьким, но браком. Сделала пару снимков, отправила Саше. Он, конечно, не одобрил, что я собрала сама стеллажик, но похвалил. Брак Саша, конечно же, устранил. Ну а для чего мы купили такой стеллажик, покажу в следующем видео. Всем уже добрый вечер. У Артема все еще день рождения. У нас также висят шарики. Эти шарики отдали Артему играть. Но я хочу вам показать результат, который у меня получился. Вот камера не передает реального цвета этих накидок. Но в любом случае, обещала, буду показывать. Посмотрите, какая же это красота. Все ровно, аккуратно. Девочки, мальчики, все очень-очень нравится. Тут вот бок видно, цвет реальный.
Посмотрите, какая же это красота. Очень-очень я долго искала, выбирала, какие же накидки мне выбрать. И все-таки я остановилась вот на этих. Очень мягкие. Покупочкой очень довольна. Я сначала посомневалась, подумала, что цена меня смутила. Ну, показалось мне дороговато, но с другой стороны, вроде бы невеликие деньги. Один раз купить хорошее качество и забыть, как говорится, об ежемесячной затрате покупок каких-то других накидок. Прошито все очень аккуратно, очень-очень довольна. Могу говорить бесконечно. Немножечко счастья в ленту Ютуба. Солнышко наше. Так это все смотрится.